Привет, друзья! Меня зовут Эрик Шоков, и у меня есть две классные новости. Первая история заключается в том, что мы накинули огромное количество новых идей для роликов, и уже сейчас мы их снимаем. Поэтому, если кто не подписан на канал, пожалуйста, перепроверьте вашу подписку. Намечается что-то интересное. Вторая новость. Возможно, вот этот ролик – начало новой рубрики. Все зависит от вас, от вашего количества лайков и поддержки в комментариях. В чем заключается эта рубрика? Мы будем повторять один и тот же раунд всю игру. В итоге мы будем смотреть на реакцию противников. Да просто по идее стака. Они же нихуя не умеют больше. Насколько долго мы сможем делать одно и то же, и у нас это будет получаться? Возможно ли, делая одно и то же, выигрывать игры? И какая будет реакция у людей, которые видят то, что вся игра проходит в одном и том же сценарии? Все это будет в этом ролике, поэтому я желаю тебе приятного аппетита и просмотра. Ну а также в день релиза этого ролика в моем телеграм-канале проходит розыгрыш. Там большое количество призов и шансы есть абсолютно у всех, потому что подписчиков не так много. И итоги этого конкурса будут опубликованы в моем же телеграм-канале, когда выйдет новый ролик. Ну а сейчас мы приступаем и давайте начинать. Мы подготовили полную раскидку, в этом выпуске мы будем выходить пода на карте The Mirage. Плюс вы у нас кидает в каждом раунде смог на старт. Мемента смог на КТ. После чего подходит к яме и кидает флешку от фонаря. Фанатка Артума кидает молотов под апарты. Фумия кидает смог на стейрс. После чего подходит и кидает молик на скамейку. Я же в свою очередь кидаю смог на джангл. После чего подхожу сюда и кидаю молотов между. Навожусь сюда и вот так вот. Давайте посмотрим, как это выглядит в общей картине. Возможно, мы можем так выиграть все 15 раундов сатиров. Так, первая улетела, вторая улетела, третья улетела. И сейчас мы кидаем молик и выходим с ямы. У нас все горит абсолютно, все просто идеально. Мне кажется, такое выиграть будет очень сложно противникам. Ну что ж, время протестировать эту тактику на фесте. Так, молотов смог. Давайте, работаем. Всех все помню, да? Да, 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 да. Твой молотов услышали, бро. Так я потому что его кидаю. Да. Флэш, раз. Стейр, стейр, под стейрсом. Идите к это, идите к это, идите к это, снайп. А, ниндзя. Убили. Молодцы. Можешь подойти ко мне к это? Ранбуст сделаем. С первой, давай, давай. Ай. Пиратик, ты жесткий игрок. Да, первый левел. Пиратик. Да, раскид. Пода раскид. Фул раскид. Мне страшно. Мне страшно. Фейербокс, да, флешку КТ, бить сразу. Ай-яй-яй. Если КТ, КТ проверь. КТ, КТ. Он не успел, да. Нормально, два раунда есть. Ну слушайте, мы пока идеально выходим. Давайте возьмем паузу, пусть они подумают, пусть обсуждают что-то. Давай. У вас 3 IQ пишет, чел. Что думать? Сейчас покажем, что у нас 5. Какой тайминг? Давайте 20-е. Пушит. Убил. Давай. Ой, как это классно. Горит. Хорошо. Бля, чё? Я пиратику через смог ставлю хэды. Непонятно, где он. А, вижу. Найс. Муж сзади, убил сзади, да, надо минуту делать. Да, блядь, два, все, блядь, похуй. Между, промазали молик между. Фаербокс. Раунд, выиграйте просто, нормально. Авик, ты же. Тебе вверх смотрит. Найс, хорошо. Авик КТ. Флешка в КТ будет? Флешка в КТ будет? Нет. Он АБ, ДБ до сих пор. 8 левел. Блять, сгорел. У меня стейрс смотрит, типа. Он тебя уже не смотрит, бро. Поставь бомбу. Ладно. Давай. Ставлю пачку, сидите. Дал флеш. Стейрс. Флешка, есть флеш. Коннектор слева. Хорошо, парни. Я просто, по идее, стака. Они же нихуя не умеют больше. Они сейчас так много раундов будут делать, пода потом будут играть. 100%. Давайте, так, у нас следующий раунд 30, а этот давайте минута 40.
А, нет, подождите, двое пушат. Они, все, они дали инфу друг другу, что это постоянно будет. Киньте один смок на Б, как кто-то. Две их флешки дай, две флешки Б, и вы вылетаете с раскидкой. Б. Все! Да, вылетайте. А чисто. Они реально вышли на Б, господи. А джангл один. Что? А если бы... Ладно, нормально. Я, короче, каждый раунд туда буду бегать чисто пикать, если они там вау, нет. Вау, все, пошло. Все, вроде понял. Давайте минута 35. Это ой, что? Пушат, что ли? Да, пушат. Да, очень много. Очень да, много. Близко. Опять все. Все, больше нету. Давайте. Раскид делать. Давайте, нет. раскид. Минута 30, кидаем. Я не успеваю. Все смеют. Летите, флешап. Да вот тут, слева. Убил КТ, ставлю. Коннектор. Яма. И яма. Егор. Угу. Он не яма был? Я не услышал. Бля, сори, Егор. Чё за дерьмо? Небольшая рекламная интеграция, мы на сайте GGDrop, и у нас тут есть новые апдейты. Это новогодний ивент. Если теперь вы закидываете любой рубль на сайт, к примеру, 1000 рублей, вы получаете одновременно веб-поинты, 1000 штук. И их же вы можете обменивать на любые скины, которые сайт решит вам выдать. К примеру, вот мои прошлые попытки. Давайте попробуем обменять мои 15000 рублей депозита прямо сейчас, и я получаю 9000 рублей. Это просто за то, что вы сделали депозит. Таких акций, таких бонусов, кэшбэков на этом сайте просто полно. Ну а также тут зимние кейсы. Давайте откроем два фейерверка, и здесь нам падает береты 5-7. Давайте еще раз, только уже быстро. Вот это уже интереснее. Это настоящая халява, потому что осталось очень мало дней, и вы можете принять участие в розыгрыше от GGDrop. Просто переходим на канал YouTube, который закреплен у вас тут вверху, и попадаем вот на этот ролик. Тут вы можете забрать 5000 долларов просто за пару комментариев и депозитов на сайт от 100 рублей. Поэтому пока не все ребята в курсе, советую принять участие в этом конкурсе от GGDrop. Ну а мы идем дальше. Мы уже ломаем всю систему. Реально, надо быстро делать. Либо быстро, либо ждать. Да. Все, я иду, короче, шорт. Не надо потеть. Опять шорт. Почему они идут втроем? Два Б идут, что? Давайте быстро просто вылезть. Быстро, просто по Кидаем. Сразу раскидывают, ну так тут ноля. Блин, тут ноль просто. Они все там, да, тогда были. КТ, опять КТ никто не идет. Встал. Англ пулемет. Форм. Никого нет КТ. Занимайте КТ, ребята! Че, клоуны, я клянусь. Идите в смок, пожалуйста, идите в смок. Шот, иди, оранжевый, иди к нам, я слышу. Ладно, их знать. Вот сейчас они тоже идут в бой, видите? Да, они всегда ходили, всегда. Подождите немного, КТ выпадет. Да, хорошо, КТ близко будет справа здесь. Убил. Ай, дефолт, блядь. КТ, Авик, пожалуйста, просто не открывайте подмог. Лоха по. Есть КТ есть. Найс. Nice. Ребят, и сейчас давайте на Б. Да. Просто на Б, давай. Фишка в том, чтобы мы с ножами бежали. Давайте, с ножами. Да это Б будет, я вам отвечаю. Вы спросите, зачем вы это все делаете? Вот почему. Сейчас на последнем раунде мы можем даже не стрелять. Мы просто с ножами идем на Б. И поставим бомбу, выиграем раунд. Дуло, начало такое, а что не так? И мы бежим Б. Они на меня, просто вникай. До конца. Все, берем раунд. Да, берем раунд. Ужас. Я шорт иду. Они нас зажали, смотрите-ка. Боже, рабочая. Ужас, кайф. Э, блядь, они все ли наши, мы все ли набойдем, мне похуй. Главное, что сторону выиграли, типа 8-7, это же победа в стороне. Да, ну да. Плюс В, блядь, выходит. Коннектор и фаербокс. Ладно, давайте соберемся. Надо молики давать. Если плюс В выходит, молик не. Походу, не пить. Это Б, по идее. Б. Двое стоят. И последний на кресле. Найс. Серьезно попал. Не, давайте выигрывать. Ебать, что за хуйня? Ха-ха-ха.
Смотрите, Андрей. Стул. Может, на нож его? Ну, попробуйте. Давай на нож. Да, это А будет. Сейчас я помогу им кинуть флешку от фонаря, подождите, я у них. Пал сесть. Сейчас. Плохо попало. Хорош, хорошая стрельба. Хорош, парни. Спасибо за игру. Хорошая игра. Да, вот сейчас было прям. Если говорить на самом-то деле, мы сыграли 3 катки. Так, да, это 3. И... мы все 3 катки выиграли. Но в чем была проблема, его увидели только одну игру. Она заключается в том, что на первом мираже у противников был дискорд, и никто не говорил в чат. А вторая ситуация, там всем было просто все равно, говорили 2 человека, остальные были в дискорде. А вот в третий попались казахи, которые сделали контентик. Ну и в четвертых, для пилотного выпуска, мне кажется, одной катки это очень даже достаточно. Не забудьте подписаться на этот канал, если вы ждете новые ролики. С тобой был я, Эрик Шоков. Не забывай, что мой телеграм есть в описании, и прямо сейчас там проходит розыгрыш. Он закончится, как только выйдет новый ролик. Всем пока, друзья.